Если хочешь иметь приятный досуг, не теряй времени даром. Здравствуйте, с вами Юлия Черняева. Я расскажу вам о самых заметных городских событиях на ближайшие дни. В Доме культуры «Чайка» в эти дни царит цветное настроение. Такие яркие эмоции создает персональная художественная выставка живописи Андрея Мишагина, члена Союза художников России, обладателя медали за мастерство Международного фонда «Культурное достояние». Пейзажи, натюрморты, старые дворики и природа в ярких цветах от самарского мастера. Выставка открыта до 19 декабря. Вход свободный. Самарский художник, дизайнер и педагог Дарья Волкова открывает собственную выставку плакатов. Это новые и старые работы, созданные за последние 2 года и успевшие побывать на российских и международных выставках. Концепция – автопортрет. Она нетипичная, потому что плакаты в Самаре почти не выставляют. Арт-лофт. Вход свободный. Экспозиция будет открыта до 17 декабря. Театр «Самарская площадь» в выходные покажет 2 интересных спектакля, которые придутся по вкусу тем, кто хочет провести время спокойно, интересно и в приятной компании. «Пришел мужчина к женщине» – это комедия о таких разных, но таких похожих людях, которые хотят любви, понимания и счастья. В воскресенье спектакль «Наш городок». Соседи, обычные люди, обычная жизнь, но не все просто, как кажется на первый взгляд. Начало спектаклей в выходные в 18:00. Самарский театр кукол «Лукоморье» порадует своих юных зрителей очаровательной постановкой «Бука». Для детей от 4 лет и старше. Веселый, необычный спектакль «Игра» о взаимоотношениях родителей и детей по пьесе Михаила Супонина «Бука». Начало спектаклей в субботу и воскресенье в 11:00 и 14:00. На сегодня все. Хороших вам выходных и отличного настроения!